сработало. Спасибо чуваку, который в чате это советовал. Все сработало как надо. Потише чуть фифу сделаю вам. Никто не жаловался, но, по-моему, она громковата. Меня вообще слышно было. Дайте свисток за тот фол. Я бы оставил мяч. О. Короче, надо вот эту хуйню задращивать, походу, в этом году. Да. Надо и раньше вешать. Я все время поздно вешаю слишком. Я привык к 14-й еще в FIFA, там тоже навесы были имбовые. Там чуть пораньше, то есть попозже надо было. Кому? Господи, хорошо, что так все закончилось. Вот отсюда уже, наверное, можно вешать. Окей. Эта победа слишком мне дорого дается, поэтому я пока поставлю оборонительную тактику. Проиграть здесь очень не хочется. Даже ничью играть не хочется. Ну, это, наверное, уже вин. Но сложный был матч, на самом деле. Я не... Так выглядит, как будто состав говно у чувака, но играл-то он, будь здоров. Я думаю, что у него бомбит за навесы, но навесы в этом году будут обузить все. Просто еще не все к этому пришли. Не каждый может смотреть завтрашний день, но все киберспортсмены и прочие бомжи все будут вешать. Фланги — это то место, где писадроч работает лучше, потому что там нету такого скопления защитников, как в центре. Я не чувствую себя скотиной какой-то, все нормально. Без гандикапа не обошлось, да трудно сказать. Но он просто хорошо играл. Но и команда у него как-то прям совсем, у меня серебряные бичи, они должны были сосать бибы. Вот это красиво было. Это Маджо забил. Филиппе Андерсон пока себя не проявляет. Без левого фланга играем. Салах очень хорош. Я подумаю о Жервине. Классный был араб. И... Все было здорово. Коннект. Дальше Рави даже мне больше нравился. Но странно, странно. А что у него с воркрейтами? Высокий, низкий? Очень странно. Я не знаю, чувак, ну... Зачем играть в 15-ю, если 16-ю? Но она лучше. В том плане, что пейс все-таки порезали. Сначала мне казалось, что они деревянные, но теперь мне кажется, что здесь надо хоть иногда немного думать головой. Если они фиксанут...
штанги бесконечные. Да ладно, соперников начало находить. Безумие какое-то. Поехали. Грех не сыграть, когда соперника быстро находит. Ну это... АПЛочка. Нападавшая ему. Спаков, очевидно. Тоже, наверное, задонатил 4 тонны вот этого дерьма набрал. Какие-то вообще бомжи. Если гандикапа не будет, то такой состав, мне кажется, я должен побеждать. Несыгранный какой-то вялый, бредовый состав. Так, Филипп Андерсон, давай-ка покажи, на что ты способен, потому что меня не устраивает твоя игра пока. Хорошо. Тот парень, он как это, как мистер Мияги научил меня вешать, и я теперь как малыш-каратист буду бить только в эту болевую точку всем соперникам. Блин, Балотелли тут и вешать-то не на кого. Надо было прострелить, но я не ожидал, что так легко проходить буду. Оп, оп, оп. И вот тут, блядь, секунда нужна была мне, чтобы тот чувак забежал. Но соперник не дал эту секунду. Пью. Боже, да тут еще и Балотелли. Я думал, у меня еще ваут летит. Кто еще думал плюс в чат? Ну, пока трудно что-то сказать. Состав у меня, конечно, посыграннее, это очевидно. Но чем все кончится, не могу сказать. Ой, боже мой, не было офсайда. Нее. Итальянский-то король обхезался так что. Вроде я довольно сильно нажал удар для такого шлепка по пизде ладошкой. И комбинация была классная. Вивиана, в порядке. Блин, у меня центр просто жесткие парни, они все выигрывают. Посмотрите... Блять, посмотрите, как глубоко стоит линия обороны просто. Посмотрите на это. 4 человека за линией мяча в момент такой передачи. Это очень странно. Только не навес, только не навес. Нет, нет, нет. Фух. Блин, Салах не пробежал. А вот теперь пробежал. Блин, а... дай мяч. Что это за парень? Дэнни Инкс. Что? Кто левша, что правша? У него 4 звезды, он нормально навешивает. Мы уже это видели. Блять. Thank you.
Давай, Салаху. Я, конечно, понимаю, что он... Дросси. Что ты тут делаешь? Где Салах? Я, конечно, понимаю, что он бы лучше вешал, если бы это была его рабочая нога, но и так сойдет. Там не было вариантов, только Кондрево за 30 тысяч. Это слишком. За Кондрево. Могла бы и получше отскочить. Блин, а. Да что? Да что за... Ё-моё, я не знал, кому тут отдать. Надо было бить. И чё? Навесы пофиксили, я не уверен. А, про итальянского короля? А, он левша. Понятно. Это многое объясняет, кстати. Будем знать. Мне, конечно, навесы и не будут фиксить. Я бы не сказал, что они прям пипец имбанутые. Потому что я уж сколько вешал-то только в этом матче 6 раз, по-моему. Итальянский король, давай выводи его. Другой итальянский король, блять, как ты засрал, такая атака вкусная, ну, ребята, опять началось, что ли, ну, вроде все верно делал, стоит у него Карлан на воротах, давайте, парни, да не тому, да и... Да блин, чё ж такое-то? Опять, короче, гандикап, пацаны. Опять гандикап. Да. Да, в первом тайме я как минимум 3 штуки должен был забивать. Но там по статистике видно, чувак даже поворот не ударил. Перекладина, блин. 2 выхода 1-1, не забитых. Да. Ну не-не-не-не-не-не-не, бери. Что-то посос какой-то. Филипп Андерсон вообще не заметен. Что есть там, что нету. Давай, Балотелли, сам на себя вешай! Сам на себя! Нет. Вот так вот, вот так вот, это, по-моему, Деросси, да? Да, Деросси всегда на подборах хорош. Филайни мне чуть не очень понравился в этот раз, а вот Деросси. Давайте на контратаках попробуем. Какой это тащер! Блять, извините за мат. Вивиана просто король какой-то. Второй итальянский король. Итальянский король номер 2 в нашей команде просто. Твою мать, что ты делаешь? Все, 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 успокоились. Так, нет, этим нельзя отойти. Да нет же. Фух, хорошо, что не в ногу. Боже мой. Я, кстати, не сказал бы, что соперник слаб, если что. Типа такое.
Никак.